на канале ТВЦ состоится премьера двухсерийного детективного сериала «Конус географический», выход которого ожидается 30 марта. Фильм входит в цикл детективных расследований «Сельский детектив», снятый по мотивам одноименных романов. Разгадав тайну загадочной смерти утопленницы Лизы Атласовой, Олеся принимается за новое расследование не менее запутанного дела. В Ольховке отравлены две женщины Вера и Марфа, которые, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Но позже выясняется, убить хотели только Марфу. Но самым необычным в этом преступлении является яд, которым воспользовался преступник. Это конотоксин – вещество природного происхождения, продуцируемое гигантской тропической улиткой. Но где же в простой деревне Ольховки взять такое диковинное тропическое существо? Это и придется разгадать Олесе вместе со своими напарниками. Главные роли в сериале исполнят Олеся Фатахова, Алексей Демидов, Данила Якушев, Елена Цыплакова и другие. Премьера новых серий приключенческого детективного сериала «Сельский детектив» состоится 30 марта на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.